Кабуле мы познакомились с еще одним очень уважаемым и уникальным человеком. Это великий математик с мировым именем, который с одинаковой легкостью заглядывает в прошлое и будущее, прогнозирует экономические кризисы и политические катаклизмы. В основе его порицаний лежит точный математический расчет. Современный мир – это уравнение со многими неизвестными, а значит, по мнению Мохаммед Сиддик Афгана, жизнью правит математика. Все в мире симметрично. Ма, доктор, все симметрично, 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 симметрично. Все мир симметрично. Все идет по закономерности. Потому что если это суммируете, это суммируете, это суммируете, это все одинаково получается. Одинаково. Это не только атом. Это движение всей Вселенной. Сиддик уникальный в своем роде математик, решающий уравнения жизни и смерти, необходимости и случайности, воли и разума, вечности и пространства, доказывающий существование Бога. С детства Сиддик имел особую склонность к вычислениям. В 7 лет он пошел сразу в 4 класс. В 19 лет посылает в Организацию Объединенных Наций свое первое научное исследование, официально признанное математиками Техасского университета как новое открытие в области теоретической алгебры. В США ему устроили соревнование с суперкомпьютером. На 400 сложнейших вопросов математического характера Сиддик ответил быстрее машины на 6 минут. За что он получил свое первое вознаграждение – Ford Mustang. Однако дальнейшее образование он решил получить не в Штатах, а в Советском Союзе. Сиддик Афган – математик, который рассчитал, когда в Афганистане начнется гражданская война. День, когда оттуда уйдут советские войска. Когда Горбачева изберут первым и последним президентом СССР. Он предвидел августовский путч и с трибуны 28-го съезда смело заявил, что это последний форум КПСС на 1/6 суши планеты. Когда Буш меня пригласил, у меня не было время для Буша. Превыше всех званий и титулов он ценит собственную независимость. В его кабульском офисе всюду цифры, таблицы, книги, бумаги, газеты. Этот уникальный человек имеет положительную энергию. Он может год голодать, месяц не спать, контролировать свое давление и, конечно же, работать без устали. Более чем в 20 странах мира ему предоставили офисы и жилье. А он по-прежнему не покидает свой родной Афганистан. Я сколько президентов встретил? 21 президента в мире я встретил. 21 президента мира. Вот 21 президента мира. Да. Вот, это рабони. Это рабони. Это муджадиди, это я. Спасибо.
Руководители многих стран мира охотно общаются с афганским гением. Даже Горбачев, которому Сидик открыто заявил о его скорой отставке, лично встречал ученого в Москве, надеясь, наверное, склонить математика изменить предсказания по поводу судьбы Михаила Сергеевича и страны, которую он привел к развалу. В один день 600 вид газета по мне написала. В один день, смотрите. За свои откровенности ученый часто попадал в опалу, но это его не останавливало. Советский Союз тоже меня не убил. Они думали, я сиру. Сиру, да? Думали, я КГБ. Обе омерили. Там написано, обе омерили. И сказал, он, говорит, нет, это человек. Настоящий афганец. Настоящий человек. Правда, когда в 92-м году Сидик в эфире российского телевидения прогнозировал своеобразную отставку Бориса Ельцина и передачу власти молодому политику, который займет высокий пост на довольно продолжительный срок, его попросили покинуть Россию. У математика довольно интересный и вроде бы совсем простой метод вычисления последовательности прихода к власти как руководителей СССР, так и Российской Федерации. Его выражения на двух языках, они, как у нас в советское время плакаты Ленина висели, значит, там учиться, как завещал Великий Ленин, так его цитаты там висят в администрации Карзая. Это уже говорит о том, что он великий человек. Михаил Ковальчук, физик из Бреста, с 1987 года активно наблюдает за деятельностью афганского ученого. 12 лет добивался возможности выхода на Сидика. В 2004 году был у него в гостях, после чего между ними зародилась настоящая дружба. Его особенность, наверное, в том, что он говорит о многих истинах. Об истинах. Допустим, одна из таких простых истин, как совесть. Что такое совесть человека? Совесть, в его понимании, совесть – это высший суд, у которого нет судей. Самое богатство – это совесть. Я совесть не меняю.